Новый год без елки не Новый год. Мы стараемся домой перенести зеленую красавицу из леса или поставить искусственную елку, но много хлопот. У кого-то елки стоят до мая, кто-то выбрасывает их быстрее. Для того, чтобы облегчить себе жизнь, можно вырастить прекрасную замену нашей новогодней сосне или ели. Это арукари. Арукари – хвойное дерево, родом оно из Южной Америки. Вечно зеленое растение, теплолюбивое растение. На улице оно у нас не перезимует, но оно прекрасно растет в наших комнатах. Единственное условие – не ставьте ее близко к батарее. И зимой ставьте ее в более прохладное помещение. Опрыскивайте иногда и равномерно поливайте. Вот это растение очень любит удобрения для хвойных растений. Можно его также удобрять и растением для декоративно-листных. И не забывайте в почву вносить микроэлемент железа. И вот тогда оно у вас будет здоровым, прекрасным. И на Новый год ее можно будет нарядить, потом разобрать игрушки, и оно останется расти у вас дальше и украшать комнату круглый год. Вот такую замену елки можно поставить и не беспокоиться о том, что ее нужно выносить, выбрасывать или убирать. Приобретите арукарию, и Новый год у вас будет радостный и без хлопот.